Друзья, дорогие преподаватели, уважаемые жюри, родители и участники конкурса. Начинаем конкурс юных композиторов «Снежная королева». Готовясь к конкурсу, наши юные композиторы обратились ко всеми любимой сказке Андерсена «Снежная королева» и написали к ней свои музыкальные иллюстрации. Хочу напомнить, что слово «иллюстрация» от латинского «illustre» означает, переводится как «освещение». Художники-иллюстраторы говорят, что хорошая иллюстрация как бы освещает, высвечивает то, что важно увидеть, что важно подчеркнуть в литературном произведении. Также и музыки. Музыкальные иллюстрации передают те детали сюжета, те чувства героев, которые не отражает обычный текст. Музыка досказывает то, что сложно выразить словом. Наши юные композиторы в своих маленьких музыкальных иллюстрациях старались изобразить картины природы, передать различные ситуации, отразить чувства героев или даже свои чувства, вызванные сопереживанием героев в сказке. Каждая их музыкальная иллюстрация – это маленький шаг к воссоединению большого искусства. Ведь даже если взять такой сложный, монументальный жанр, как опера, вот что она из себя представляет? Она, по сути, от первой до последней ноты является музыкальной иллюстрацией к литературному тексту, на основе которого опера написана. То же самое можно сказать и о жанре балета. Ну, а что представляет собой всемирно известная сюита Грига Бербюд? Это тоже иллюстрации к музыкальному произведению. Некоторые участники нашего конкурса сочинили не одну пьесу, а две небольшие пьески на различные фрагменты сказки. Изобразили, например, что-то из начала сказки, другая пьеса – это середина или ближе к концу. И учитывая то, что сюжет этого произведения очень всем хорошо знаком, я думаю, что даже те, кто читал эту сказку давно, все равно ее хорошо помнят, потому что это знаменитое произведение, которое относится к такому типу, которое запоминается на всю жизнь. Вот. И учитывая вот эту ситуацию, мы сегодняшний наш конкурс решили построить так, что не по сюжету сказки последовательно будете играть произведение, а обычно, в обычном конкурсе, в конкурсном порядке по возрастным категориям. Каждый участник выйдет один раз и исполнит всю свою программу конкурсную, которую подготовила для сегодняшнего выступления. Но я вижу, что у нас тут есть малыши, первый класс. Очень хорошо, что вы пришли. Я думаю, что все-таки надо кратко напомнить содержание, детки подзабыли, чтобы не запутались. В двух словах я только скажу. Дети первого класса, сейчас внимательно слушайте. Сказка «Снежная королева» начинается с того, что жил на свете злобный тролль. Очень злой, очень, почти что дьявол. И он изобрел такое зеркало, в котором все отражалось искаженно. Вот все доброе, прекрасное выглядело каким-то угодливым, таким ужасным. И в один день это зеркало разбилось и раскололось на множество осколков, которые разлетелись по всему миру. И один из осколков попал в глаз очень хорошему, доброму мальчику Каю. И все в нем изменил. Кай перестал любить миленькую свою названную сестричку Герду, перестал любить бабушку. И как-то, когда зимой он катался на санях, его забрала в себе свои чертоги снежная королева. А отважная Герда, его сестричка, названная сестричка, пошла ему на выручку. И в дороге ей пришлось пережить множество очень тяжелых испытаний, трудностей. Но и в то же время она встретила много хороших людей, которых заволновала ее история. И они с радостью помогли этой отважной девочке. Она все вынесла. И
на далеком севере, в ледяном дворце, она нашла своего Кая и своей любовью смогла растопить его, почти что уже заледеневшее это сердечко, и вернуть Кая людям. И заканчивается сказка счастливым возвращением Кая и Герды домой. Ну а сейчас мы начинаем наше конкурсное прослушивание. Младшая группа выступает Ивашевич София, первый год обучения. Фортепианная пьеса Софии называется «Зима». Наступила зима, повсюду порхают снежинки, деревья и крыши домов покрыты тяжелыми снежными шапками. Навсегда. Thank you.
Первый год обучения. Герда. Кай и Герда жили в соседних домах. Девочке нравился Кай, она любила его как родного брата. Снежинки.
учиться, третий год обучения. В лодке. Герта села в лодку, которая медленно раскачивалась у берега. Лодочка начала плыть, цепляясь за берега, и девочка с трудом удерживалась в ней. Дети любили ходить по крыше друг другу в гости.
И что за веселые игры устраивали они здесь? Санки к большим саням, которые увезли его в загородские ворота. Много было пролито о нем слез.
Все решили, что он умер. Непреодолимую преграду. Ледяные копья и стрелы передовых отрядов войск Снежной Королевы. Исполняя партию кларнетом, Волошин Владислав, концертмейстер Скидана Анна Борисовна. Навстречу Герти
летел целый полк снежных хлопьев, которые были намного больше и страшнее снежинок. Они приобретали самые удивительные формы и очертания. В небе светило северное сияние. Олень и девочка смогли отдохнуть в хижине Лапланки, которая посочувствовала им и успокоила своим тихим рассказом. Путники вновь продолжили свое нелегкое путешествие. Шестой год обучения. Thank you.
«Герда» – пьеса для гобоя и фортепиано. Музыка пьесы передает чувства Герды. Есть здесь и похитительница Гая, снежная королева. Однако долго властвовать над мальчиком она не может. Владелице снежного замка не под силу победить любовь и веру Герды. Все дальше отдаляется от юных героев ледяные чертоги снежной королевы. Исполняет гобой Клевцова Дана, фортепиано Смирнова Виктория Всеволодна. «Снежинки, — говорит бабушка, — окружают снежную королеву густым роем. Но она никогда не остается на земле, вечно носится на черном облаке. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки. Оттого они и покрываются узорами, словно ледяными цветами». Thank you.
Чайников Юрий, лауреат второй степени. Я так понимаю, что Юрий уже начал заниматься на фортепиано. Да, он вообще фортепиано, поэтому, думаю, даже когда владеет инструментом, будет стать хорошим. Чуприна Мария, лауреат первой степени. Ребята, у нас оппозитора на Евшана на ради. Ну-ка улыбайтесь, такая-то.